Да, меня зовут Людмила Алешина. Ну, мне, конечно, как и девочкам, 18. Вот, но на курс я попала просто случайно. Я такая убитая вся, разбитая и поставившая на себя крест, гуляла по парку. Ну, вышла только из онкологической больницы и встретила человека, который, видно, поймал грусть в моих глазах, вот эту безысходность, все это вот. И она со мной заговорила. Ну, а мне было так тяжело, что я ей все рассказала. Она говорит: «Хочешь быть здоровой?» Я говорю: «Хочу». «Тогда надо идти на курсы». «Ты хочешь быть?» Я, наверное, и так. «Ты хочешь быть?» Я говорю: «Хочу». «Тогда запишешься, пойдешь, и все будет хорошо, все отлично». Ну, я сказала: «Хочу», а я человек всегда была очень целеустремленный. Я решила, что это, в общем-то, последнее, что меня может спасти. То есть ни врачи, ни лекарства тут не поможет. Я поняла, что я могу помочь, вот на курсах поняла, что помочь мне могу только я одна себе. И я в это очень сильно поверила. Это была вот последняя надежда моя. Я поверила в это. Я вот за эти 10 занятий я обрела как бы уверенность в себе. Я поняла, что я каждый день работаю с собой. И у меня образ вот для себя, образ здоровый, счастливый. Я поняла, что я все могу. И я знаю, что я все могу. И я уверена, что я буду здоровой, счастливой. И я очень благодарна девочкам, с которыми я училась на этом курсе. Они как-то поддерживали себя. Я стала открывать рот, я стала что-то говорить. Я поняла, что я должна говорить, и что у меня цель только одна. Что я здоровая, я счастлива, я все могу. Я люблю себя, я научилась, я теперь умею любить себя. Вот. Еще раз спасибо преподавателям, которые меня спасли. Спасибо большое. Спасибо.